have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и Гугу мне только что сказал, что здесь воняет. Ладно, посмотрим, что можно с этим сделать. Так, это мы заперли дверь, хорошо, пойдем. Ну, я на самом деле делал небольшой перерыв, так что я в общих... Я в общих чертах помню, что здесь происходит, но... Да хорош! А, стойте, ребят, это не Хьюго, это этот алхимик юный, который пошел с нами. Точно, Хьюго у нас валяется с мамкой, и ему фигово, так что Хьюго-босс пока что отсутствует. Берем эту штуку, не берем? Нам оно не надо? А, нам сюда? Погоди, я туда еще схожу, посмотрю. Нет, стой. Ну-ка. Ну, оно же белым помечено, значит, туда можно забраться. Другаль, давай я тебя подсажу. Черт, ладно. Не люблю, когда такие вещи происходят. Игра явно говорит, тебе сюда можно? В смысле, не ешь их? Все, кто живут на станции Ганза, тебе подтвердят, что... Что это как раз то, что нужно... А, вот. Да. Погоди, ты предлагаешь... накидать сюда трупов? Half-card. Так. Мне нужно... Нет, не это. А куда? А, понял. Ну, а что ты хотел? Ну, давай, толкай, мелкий. Давай свинюху. Давай, свинюху туда. Ладно. Нет, но это сейчас было надумано, потому что я бы спокойно туда этого Хьюго подсадил бы, да и она могла бы сюда залезть, она довольно спортивная деваха. Я не верю, что мне вот это вот сейчас нужно было все делать. Ну ладно, хорошо, это внутриигровые механики. Опча, они сами останавливают. Да-да-да. Look, I think they were keeping count of the dead. They left a knife. Ножик я себе заберу, надеюсь, он не разовый. Come on. Расшатай его, не тяни просто на себя. Ай. Well, let's keep going. You don't use blades against people. I did. I had no choice. Ну что, быстро и бесшумно, да? Ну, то есть она и так уже устроила геноцид, она и так уже убила 100-500 тысяч человек. Так какая, блин, разница, ножом или проще их убивать? Ну. Ты все? Откис уже? Хорошо. Я думал, во сне тебя прирезал. Я бы, на самом деле, не побрезговал бы взять вот этот шлем. Ну, вот вообще ни разу. Я не знаю, правда, как он был сидел... ну, знаешь, там, что-то намотать на голову, чтобы он сидел плотнее, и взять. Вот вообще не проблема. Вот эта фишка с чекпоинтами, что обязательно нужно толкнуть и запереть. Да. Ворону попасть не получится. Это все... Блин, ребят, это выглядит как арена, вам не кажется? Смотрите, укрытие. А, я не люблю, когда так явно... Ну вот, ну, конечно. Ах.
crows. Anybody want some roasted bird? Archer, up there. Uh-huh. You just shot a dead body, you idiot! Oh, come on! They moved right when I shot! Stop playing and keep your eyes open. Or you'll be explaining to Arno why we're empty-handed when he arrives. I'm wasting my time. Так, а если он постоянно смотрит... Встань. Ясно, понятно. Мне нужно до стрелка добраться. Мы в открытом бою находимся сейчас, но в принципе... Минус стрелок. Не-не-не-не-не! Отбейся! Неплохо. Ходу, 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 ходу. Вот этим я их вообще не убью, да? Да, хорошо, но мне в принципе пофиг. Главное, чтобы они меня потеряли. С. Почему вы идете сюда? Вы же не видели, что есть... Ладно, куда мне надо? Я не могу их убить. Куда мне надо? Damn it, where did they go? Я думаю, это сигнал для нас. Да, хорошо. И пошли сюда, красавцы. Вот вообще офигенно. Какого фига? Почему они меня потеряли, но пошли именно искать именно в той локации, где... Ай, идите, знаете куда. А как? Е. О, возврат к началу, да, давай. Я не пойму тогда, что мне предлагается, как я должен их убивать. К Арчеру я могу забраться только здесь или здесь. А, минуточку, моя нынешняя задача — следовать за символами Ордена. А где они? О. То есть у меня же... Не было задачи перебить всех. Ёлки! Oh, no.
Oh no, oh yes. Так, ну мы приходим к тому же заключению, что нам нужно вот этих двоих грохнуть. Он тот чувак меня ищет, да? Вон второй. О, тут есть третий! Я кого-то из них, видимо, тогда... Куда ты полезла, недоделанная, гаденыш? Вот. Да. Чувак просто идеально прячется. Ко мне тут не подкрадываются пока что? Нет. Мне похоже все-таки туда. Почти выбрались, да-да-да-да-да. Такаш! А, нож одноразовый, я понял. Нож одноразовый. Ну пофиг, нам туда? Все, надо было просто выбраться отсюда. Хорошо, хорошо. Но... Ну что, мне уж на секундочку показалось, что они такие, убейте всех, чтобы это... Иди в задницу. Нажмите навык опомнить. Нажмите, чтобы открыть минимум. В смысле, вот это? Навыки? Осмотрительность, агрессия и приспособление. Автоматически улучшит три вида навыка в зависимости от избранных вами инструментов способа действия. Приспособление. Благодаря познанию в алхимии, амбиция быстрее изготавливает алхимические заряды. Так. А я не могу влиять никак. Осмотрительность продвигается намного тише и привлекает меньше внимания. Быстро ориентируется на местности и может толкнуть врага в огонь или скопище крыс, чтобы его прикончить. Это агрессия, да? А, так, ладно, ребят, фишка вот в чем. Вот сейчас была ситуация со стрелком. Я не знаю, как можно... А, может быть, отвлечь, если было стрелка, типа... Ну, посмотрим, как мы будем дальше действовать. Пошли. You smell that? Dead bodies. What is this place? A hospital. Трупы. I think they used to live here. No wonder they all fell ill. Можно сюда, можно туда. Так. Можно ли тут что-то найти? Кроме покрытых язвами. Вот этот чувак в красном. Ну, тут ничего нет. То есть, не знаю. Такой тупичок, который говорит вроде как... Эй, чувак, подойди сюда. Тут что-то найдешь. Но на самом деле... Ну, пойдем наверх. А ты присядь к ним еще поближе. Ну, то есть, ты такой присел понюхать. Ты вообще ляг там с ними. Сделай групповое селфи на 4 человека, а? Смотри, самое то будет. Куда нам? Давай сначала сюда. Или это все одно и то же? О, не-не-не. В смысле, я хочу ее убить, я не пойду... Ой, блин, ладно, черт с ней. Но не глюки. Да. Не, ну вы нормальные, чума такая везде, а тот все так... О, давайте подойдем, давайте понюхаем, давайте прикоснем. Вы серьезно? Воспоминания мы собираем, да?
Ну-ка. А не, кстати. А... Гвоздики. Вот, воспоминания. Покойся с миром. Это второе, значит, одно мы где-то провтыкали. Ну, yes, в принципе, ладно. If we kill Hugo, the real question is, could it stop the rats? I don't know yet. We still haven't seen one. If they're here, they're hiding from the sun, waiting. Я не могу бежать. А, вот могу. А, так, хорошо, значит, поэтому этот закоулочек у нас был для воспоминаний. Теперь мы идем сюда. Окей. Что-то коллектабл у нас тут есть. Что-то как-то где-то. Теперь нам сюда. Please tell me this is it. В окошке ничего не видно. Писарь, просыпайся. Этот чувак травы мешал. О, Lord! Это целая сеть. Символ. He's in that tower. He has to be. Has to. Mm-hmm. Lucas, crossing this mess won't be easy or quick. Mm-hmm. It's the order. A high magister would just live in a high tower, no? Let's just get there. Mm-hmm. Ну, интересно, интересно. Блайтаун. Деревянные мостки. Чума. Отравленные уроды агрессивные. Ну это же Блайтаун, вы чё? О, я об этом пожалею. You sure about this? Я же вам говорил, тут эти деревянные мостки ходят направо-налево, это как Dark Souls, вы чё? Он сейчас упадет и провалится нафиг. Ну как бы, да. Классно, у нее поезд такой через текстуры проходит. Молодцы, не отобразили. Оп! А я ж говорить. Беги. Там было И, чтобы зажмуриться. Я случайно нажал, я не хотел жмуриться. Я то, если что, кофеечком балуюсь. Так. Сейчас что-то вылезет. Сейчас что-то... Странные крысы. А чего я ожидал? Ну, в смысле... Огонь, огонь! У него огонь, у него огонь! Они его не тронут. Черт, факел ему не помог. Нажмите! О, игра, пожалуйста, убейся об стенку. Они такие, нажмите вперед, чтобы бежать. Нажимаю вперед, она бежит назад. Это каким, блин, образом? Я должен... Ладно, спокойствие. Познание дзен. Трехкилометровые загрузки. Блин, трехкилометровые загрузки реально бесят. Ты сидишь, они еще белые, светлые. Ты сидишь, и тебе выжигает глаза. Нет, нет, вы... Ой. Скажите, пожалуйста, кто доверил людям, которые ненавидят игры, делать игры? Ведь такое можно было сделать только человек, который не играет в игры и не любит игры. То есть пропустить.
Пропустить! Я не хочу это все смотреть, ну! Shift, чтобы ускориться. В смысле, закрой в... Ладно. Доберитесь до южной башни. Так возьми факел. Ай, овца. Ничего без меня не можешь. Так, а тут... Они все за Хуго пришли? Ну ясно, Хуго, он же босс. Надо поджечь эту фигню. Я не помню, тут факел тухнет через время или, или норм? Yes, that will hold. Look, they're climbing. What? How? This is so bad. We get to the Вроде чекпоинта было, да? Bring him back to Hugo and leave. My materials. I lost all of it in the fall. We'll do without. Yes. Please don't drop that torch. Это очень хорошее замечание. I think we can climb that wall, but I'll need my hands free. No choice. I can't believe we're leaving the torch behind. Там есть еще один, не переживай. Nasty filth. What do we do? А, это палки заканчиваются, я вспомнил. We'll keep a straight line. Есть торч, а есть просто палка. Lucas, when night comes. Yes. Nothing will stop them from getting out. А, тут есть еще хворост, хорошо. Пошла! На шифте пошла! Ну что ж ты как это? We really must get to higher ground. Fire's doing all right. For now. For now. How good. One brazier at a time. We can make it. We're making it. There's a ladder. Ты тупая, что ли? Бросить? Это значит бросить на землю, чтобы он... О, игра, пожалуйста, прекрати! Я же думаю, что бросить... Я ж думал, я сейчас подожгу это бревно, брошу его, и оно лежать будет гореть, оно потухло моментально. Сейчас, погоди. Просто смотрите. Вы можете швырнуть предмет, который у вас в руках, зажмите прицелиться, нажмите для броска. И тут же X, чтобы бросить. Ну, вы понимаете, да? Yes. Well done. Let's go. Объяснение на экстра уровне. Второй раз за эту серию меня уже путает объяснение. То с шифтом, то с... Типа стрелка вперед, это шифт. Я понимаю, что это стрелка вперед, но... Короче, забейте. Так, вот там надо будет аккуратно пройти. It's the only way. Right. Steady. Wow. All right. Just don't rush. Да иди уже, это не геймпад. Да, до свидания, пока, чувак. Сдохни. Беги, пожалуйста, быстрее! Какого черта?
так бесит этим. Ну ты можешь идти быстрее. Залезть не могу, не могу. Потому что мне нужно за этим перстнем сходить, да? Иди сюда. Да иди сюда уже. Что ты от меня хочешь? Я не пойму, что ты от меня хочешь. За тобой сходить, что ли? Ты тупой! А как вы... Там можно запросто пробежать. Выберитесь из подземелья. Хорошо. Так. Тут есть лестница, я могу туда забраться, но я не могу туда забраться. Мне просто сходить за ним с палкой, что ли? Ладно, давайте. Иди сюда, спустись, я тебя жду. Долбоклюй. Я не пойму, что он от меня хочет. Брось это говно. Что ты от меня хочешь? Кстати, вон количество ножей тут показано. Мне туда как-то забраться? Я туда не смогу с палкой забраться. Я только обратно могу с палкой забраться. А, дать тебе палку? Ох, какой же ты тугой, блин, чувак. Ну какого черта? Я тебя уже с тобой ходил туда, уже... Игра! Если я нахожу какие-то способы, это работает. Но ты, блин, мне говоришь, что работает только так, как ты хочешь. Иди к черту. Серьезно, бесит. Не, это просто реально отвратительно. Так, нам туда. Да. Все так и будет, да. У меня есть план, мне просто нужны деньги. Так, ладно, ребятушки. Я не знаю, сколько там времени прошло. Не идет сегодня, не идет. Ну, то есть, я не знаю, как пойдет дальше. Я думаю, что на этом пока все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.